В Набережных Челнах 23 школы ведут обучение в две смены. И пока эта цифра продолжает расти, сообщил начальник управления образования Рустем Хозин. Что касается иностранных языков, то большинство детей учат английский. Это 98%. Далее идет немецкий, французский. И есть одна школа, 55-я школа, 9-й класс. Там класс изучает в качестве иностранного языка испанский язык. А в школе номер 11 дети учат в качестве родного языка башкирский. Что касается китайского, то он преподается в рамках дополнительного образования. Но над этим вопросом в исполкоме пообещали поработать, так как запросы поступают. Кстати, челнинские школьники обучаются основам бизнеса. Проходит с 1 по 3 ноября в 4 городах Республики Татарстан. Это Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск и Казань. Обучающие программы. Это уже более глобальное бизнес-проектирование для школьников. В Набережных Челнах программа реализуется в полилингвальной школе «Адамнар». Участие принимают 10 команд. В каждой по 9 детей и одному взрослому. По республике отберут 120 детей из 12 тысяч, которые пройдут финал. Мероприятие пройдет в апреле в Казани. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.